Здравствуйте, это канал Бусинка ТВ, и сегодня на этом мастер-классе мы научимся с вами вязать вот такое сердечко. Данное сердечко вяжется на основе кольца амигуруми. Мастер-класс по вязанию кольца амигуруми вы можете посмотреть также в моих видео. Ссылку я оставлю ниже под данный мастер-класс. Итак, вяжем 3 воздушные петли. Далее столбик с 2 накидами. И еще 2 столбика с 2 накидами. Итак, мы провязали 3 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами. Далее вяжем столбик с 1 накидом. После столбика с 1 накидом вяжем 2 столбика без накида. Теперь вяжем воздушную петлю и столбик с 2 накидами. Далее вяжем воздушную петлю и зеркально провязываем столбики, которые вязали перед этим. Итак, столбик без накида, столбик без накида, столбик с накидом. И 3 столбика с 2 накидами. Теперь провязываем 3 воздушные петли . Подтягиваем наше колечко, распрямляем еще . Подтягиваем. Наша задача, чтобы в сердцевинке дырочка осталась минимальной. Соединительные петли присоединяем наше вязание. Так, вот. Тянем. Вот у нас получилось с вами сердечко. Нам осталось заправить ниточку. Сделать петельку, если это будет подвеска.
Всем творческих успехов! Ставьте лайк, если вам понравился наш мастер-класс. Подписывайтесь на наш канал. До свидания!